Вот я приехал посмотреть, где строятся дома. Мир Митино. Вот они. Они как-то так это обособленно стоят, эти дома. Вот эта дорога неплохая, но она идет к метро Пятницкое шоссе. Но это километра два, наверное. Вроде и недалеко, а вроде и далеко. Пешком здесь не дойдешь, особенно зимой. Значит, ехать надо. Значит, надо ждать автобус или маршрутное такси. И вот эти дома так-то обособленно они стоят. В общем, все застроили, к черту мать, вся Россия здесь. Места нет уже строить. Вот здесь был коттеджный городок, он и есть, это американский. Леса были здесь красивые. Все вырубили. Деньги дороже всего. А вот там вон кольцевая, вон там вон. Вот я зашел вовнутрь и здесь увидел макет. Здесь целый город они хотят построить. Вот столько домов. И каждая квартира 100 тысяч долларов стоит. Я поднялся наверх, здесь представлена однокомнатная квартира. Вот входим. Входим в квартиру. Большое такое пространство. Шкаф-купе. С левой стороны совмещенный, достаточно большой, еще под стиральную машину даже есть место. Ванная комната. Ух ты! Ага, потом выходим. Здесь сделано так. Это кухня, но ее открыли специально. Перегородку убрали вроде как, хотя можно и закрыть. Кухня. Ну, метров 10, наверное, есть. И комната. Комната такая тоже. Метров 18, наверное. Такая. Неплохо. Прихожая большая. Тут еще 7 домов. Это программа на сколько лет? До 24. Ну вот здесь, например, двухкомнатная квартира. Здесь большая прихожая. И сразу ванная. Большая. Хорошая. Направо. О! Еще отдельно унитаз можем установить. А можно сделать гардеробную. И вот спальня. А вот такая комната. Кухня. Кухня. Хорошая кухня. Такая продолговатая, но хорошая. Да, ну, в общем, небольшое, но и не маленькие квартиры. Это квартира-студия. Заходим. О! Коридор такой здесь. Можешь шкаф-купе поставить с левой стороны. Прямо здесь. Ух ты! Ванная какая большая. Ничего себе! Ничего себе! Ух ты! И вот здесь вот и комната. Ну, метров 25, наверное. Ух ты! Вот это неплохо. Студия. Только вот не пишут, сколько квадратов подразумевается. Вот этот макет, вид сверху.